Это такая дружба. Это вот как они чувствуют, что они пудели. Нептуха взял прям шефство над малышом, над Гамлетом, и воспитывает его. Ты мой умничка, сыночек мой. А, ты мой хорошенький. А Гамлет. Такое впечатление, что всю жизнь жил у нас. Со всеми дружит, ему все равно. Жара на улице. Собачки разбрелись. А у меня на ручках лежит будущая мамочка. Солнышко мое, моя красивая. Гамлет, ты прибежал. Боже ты мой, ну идите, мои хорошие. Идите, вон, смотрите, как они играют. Ой, ты господи. Сейчас пойдем к малышам. Там они у меня тоже гуляют. Пока я выгуливаю по очереди, потому что очень жарко. Дома, конечно, у нас кондиционер, но в домиках у них тоже хорошо. Полики прохладненькие, но не ледяные. Вот такой. Представляете, как воспитывает помощника своего. Я называю Гамлета Нептухиным помощником. Я говорю, это помощника тебе купили. Дочкам твоим. Жениха будущего. Ну дай бог. Пусть растет солнышко. Да, маленький. Так ты какой хорошенький. И царица хорошенькая. Царицанька. Ой, ну ведра. Из ведра надо обязательно попить, конечно. У нас же больше негде пить. Это ведро тут для Сабины стоит. Ой, боже мой. Нептушкин. Ах, ты ж мой зайка. Вот такие вот у нас прогулочки. Бывают и такие прогулочки у нас.